Итак, включаем данный щит. Вот здесь есть ламповый индикатор, который отображает напряжение в сети, показывает наличие всех фаз, то есть три лампочки в нем, три ламповых индикатора. Вот, что это такое? Это уже мысль пришла по ходу сборки щита. Это клеммник, который обеспечивает исключение из схемы этого переключателя фаз. То есть, как известно, все электронные приборы рано или поздно приходят в негодность, и чтобы, так сказать, не застало этот случай врасплох, заказчик может малыми усилиями сделать переключение. Это все я показываю в видеоинструкции, которая также идет со щитом, отправляется. То есть здесь есть перемычка, вот такая вот, и эта перемычка как джампер, вернее, она либо замыкает вторую и третью клемму, либо первую и вторую клемму. Вот, в зависимости от этого из схемы исключается этот переключатель фаз, либо не исключается. Вот, но по умолчанию, конечно, переключатель фаз, он в схеме работает. Подъем питания на переключатель фаз заработал. Вот, напомню, он выбирает на лучшую фазу и подает ее на приоритетные потребители. Ну, в данном щите к приоритетным потребителям относится освещение в некоторых помещениях, бытовая техника, такая как холодильник, морозильная камера, освещение фасадное, освещение на крыльце, подогрев на крыльце, вот, и управление наружными релетами. На щите оставлено свободное место для того, чтобы заказчик пока еще не решил, будет ли он использовать наружный релет или нет. И если будет, то здесь будет, вот, возможно, будет автоматика или какое-то управление наружными релетами дома. И здесь вот есть специальный автомат, и выведены все провода вот с этих клемм сюда, чтобы потом люди, которые будут все это дело подключать, как бы без проблем нашли все, что им нужно, все провода и так далее. Так, ну это у нас главный автомат, это автомат на котельную, ламповый индикатор, это я сказал, переключатель фаз. Так, это группа, это контакторы. Здесь будет мастер-включатель. Вот, кстати, имитирую. Вот мастер-включатель, да? Включаем контакторы. Вот, и щелкает у нас мастер-выключатель, да? Это я вот хочу показать, как работает мастер-выключатель. Вот он подключается на определенные клеммы вверху. В данном случае это вот X4 мастер-выключатель. И вот здесь вот на эти контакторы. А контакторы уже отключают все отключаемые линии. Ну, в данном случае это только освещение. Таково было пожелание человека, хозяина.